semana. Тут вот серединка ничего. Володя навернулся. Ничего. Да. Ну тут прям полно. То мягко, то жестко. Ничего так, да? Прикольно, да? А мы весь лес вот тут проходили и выходили уже внизу в прошлый раз. Ну клево, да. Рискованно такое было. Ну, в следующий раз при таком прогнозе буду брать 4 лыжи. Переходов жестко.